Всем огромное здравствуйте, с вами Виталий, канал Ассорти про еду лайф. Я нахожусь в Египте, Шарм-эль-Шейх, отель Шармиллион Клаб энд Аквапарк. Это вторая линия, поэтому сегодня видео про пляж, про солнце, про море. Короче, для тех, кто любит море, любит рыбок, любит пляж. Ну, короче, вот об этой теме. Если вы находитесь в этом отеле, приехали в этот отель, выбрали этот отель, то вас на пляж будет возить автобус. 2 километра находится, в 2 километрах пляж. Пляж у нас Шармиллионов. 3 Шармиллиона там. Поэтому вы там сможете выбрать много места. Короче, все по порядку. Но, выходя, выйти нужно из отеля. И с правой стороны от ресепшена. Вот, смотрите. Вот у нас ресепшен. И мы идем в правую сторону. А давайте пройдем через ресепшен, наверное, будет проще, чтобы между домами не путаться. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. Проходим вот ресепшн. Остается у нас с правой стороны. Вот, выходим на улицу, поворачиваем направо. А пляж и море, вон оно, вон там. Вон оно, видно. Немножко светится. Так что при большом желании, если вдруг вы любите ходить, то можно запросто пройтись пешочком на пляж. И вон там мы видим автобус. Пейзажи шикарные, горы. Небо голубое, пальмы. Просто обалденные виды. Вот, ну вот смотрите. Шармиллион Хотель энд Ресорт. Вы никогда не потеряетесь, потому что на браслетах написано все то же самое. Вот он, автобус. Пустой. Здесь же расписание. Здесь есть где присесть и подождать, пока приедет автобус. Ну, вот смотрите, когда на пляж, когда с пляжа. Можно сказать, каждый час. Каждый час пляжа, каждый час на пляж. Курсирует этот автобус. Так, на входе в автобус нам дают вот такие билетики. Потом, говорит, ладно. Да, обязательно. Обязательно вы приходите заранее, потому что он бывает уезжает и пораньше. Поэтому он должен уехать в 9, а уезжает. Люди еще идут, а он уже помчался. Имейте в виду, ребята, можно так и не попасть на свой рейс. Автобус едет примерно 5-7 минут, очень быстро, поэтому, потому что все-таки пляж находится близко. Привозит он вот на Шармиллионы, передо мной Шармиллион
Гарден аквапарк и пляж Шармелион Sea Life Resort. Отдаю вот этот вот билетик, он мне не нужен. Салам алейкум. Вот. Ну и мы сейчас в данный момент находимся на Шармелионе, в Шармелионах первой линии. Тут мы можем взять водичку в барах. Бар полный там, и там пиво, алкоголь. Не нужно брать с собой воду, только полотенце. Поэтому можно все взять и ничего с собой не брать. Все взять здесь на месте. Проблем нету. Вот так вот он выглядит. Вон впереди уже море. Зеленый, красивый. Все подстрижено, все аккуратненько. Так выглядит все, все классно. Очень они все похожи друг на друга. Маленькие-маленькие отличия какие-то вот в балконах. А так они даже вот все покрашены почти в один цвет. Отели Шармелиона. Любят они бассейны. Не столько много именно бассейнов, а именно фонтаны такие вот, где нельзя купаться. Но зато создает такое впечатление. Красивая водичка, свежесть. Конечно, они подороже, эти Шармелионы. Но зато они сразу у моря. Немножечко такая, как бы горная местность, но небольшая, небольшой уклон. Но угол есть. Не плоская здесь. Пространство. Вот. Я пойду прямо. Вообще можно сразу, например, идти вот туда вот налево, чтобы выйти к пирсу. Но когда вы уже будете здесь не первый раз, вы уже будете знать и ориентироваться легко. Поэтому я проведу вас вот такой вот дорогой напрямик к основному бару. И главное, чтобы пирс был открыт, потому что пирс в этом месте открыт не всегда. Бывает, его закрывают, когда, не знаю, большие волны, ветер. Ну, я думаю, наверное, по такому принципу. Вот, пройтись через весь отель вам нужно. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. Но не про вторую линию я говорю. Вторая линия — это вообще подальше. Здесь аквапарк, многие путают. Есть на месте. На рейде вон такой корабль стоит, потому что он плывет. Вот. Вот он пляж. Огромный, длинный, такая вот горная местность здесь. Детские площадки. Вот инфраструктурой пляжа вы можете пользоваться полностью. Здесь опять же есть в этом баре и закуски обеденные. Ну вот, видите. Бесплатное. Здесь пиво, напитки, колы, фанты, зеро. Есть вот такой вот, как бы, морсы, такие вот прохладительные. Щербеты. Щербеты, да. Вкусные. Вкусные вот. Красные манты, арбузы. У нас, помнишь, наши? Да, да, да. У нас есть всегда, здесь вчерашний. Я прошу, мама. Ага, все. Да, пойдем. С 10 часов они работают, да. А, кофе можно, да? А, есть. Это самому можно подойти, вот заранее сделать
себе самообслуживание, да, сделать себе кофе. Ну, попроще чуть-чуть. А, тот бар тоже работает, да, и тоже можно пользоваться. Ну, вот и пивцы. Ага. Первые дни здесь, а потом нашли нычку там. Жена вообще не умеет плавать. Песчаные есть. Ну, его так не видно, но мы надоптали. Поэтому с женой ходим туда. Не ради даже пирса. До пирса можно было и отсюда сходить. А пирс всегда открыт? Нет, он практически всегда закрыт. Потому что постоянные ветра, ну, то есть это такая, да, данность, да, в Египте, она тут никуда не денется от нее. И поэтому он чаще закрыт, чем открыт. И вот полдня сидим здесь, красный флаг здесь, иду, опа-на. Не заметили даже, уже желтый, побежали туда. Ну, вот сейчас смотрю, красный, поэтому он сейчас закрыт будет. Да, ну, он чаще всего закрыт. Ветер, к тому же еще и сезон ветров начинается. А вы тут плавали с маской так, да, с пирса? Ну, мы и раньше бывали в Дахабе, там, именно зона как раз для ныряния в Дахабе. Там как раз, ну, здесь похоже, да, везде, вот, ну, кораллы, именно, да, отвесной, да, кораллы. Ну, так вот, рассветывание есть. Это вдруг не смогу снять, просто объяснить. Отмершие кораллы, как плита идет такая отмершая. Да, да, вот, да. Вот она, досветлая. Да, да. Дальше резко обрывы, там уже глубина непонятная, особо там более красивые кораллы и все дела. Ну, рыбок мы возле берега, вон люди плавают, он. Даже, да, видно, там темнее кусочек. Да, да, да. Там кусочек коралла есть живого, небольшого. И рыбок там, ну, навскидку, сортов 15, каких только красивых вы видели в аквариумах, все, да, увидите, да, там. Да. А так, конечно, тяжеловато, дно приблизительно вот так будет вот здесь. Поэтому желательно резиновые, не видно здесь, знаете, коралки одевать. Да, да, да. Я не стал даже брать, потому что, я говорю, мы нашли себе песчаный кусочек вот там. И мы там с женой уже кучку и все. А сколько вы дней здесь отдыхаете? 9. 9 уже? Да. На неделе две приехали? На 10 дней. Не стыковка, с Кавказа нету самолетов. А-а-а. Так, мы больше, всегда больше летаем. Ну, с этими трудностями, самолетами. Аэропорта у нас закрыты, только минводы открыты, а рейсов мало, стыковок нету, а так обычно 2 недели. Доволен всем, столько отзывов паршивых начитал, не знаю, я любитель, например, пива, да, думаю, ну все, пива не будет. В нашем отеле его полно, на всех бар, вкусное, прошу заметить, вкусное, светлый, нормальный сорт. Еды, да, да, не, да, перепробовать мясной, перепробовать телятины, биточки эти жарят, рыбу жарят, кальмаров дают, крабов дают, креветок дают, ну, каждый день вот так вот, не знаю, с едой, кто там жаловался, дрючат их в отеле прям вообще, все равно там лежишь там, да, 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 на бассейне, дрючат уборками, они каждую секунду моют, убирают. Да, и заметил, чисто смотрят, да, за уборкой, тарелки быстро убирают, отеле, доставляют. Там, так не убирают. Да у нас каждое утро начинается с того, что видит нас. У них каждому домику представлен старший. Да, да, да. Вам убирать? Да ты уже не успокойся. Вот, не убирает. Ну, вот условно вот так оно выглядит. Вот здесь у нас печаль. А вот здесь вот где-то вот рифик есть, да, вот в этом вот месте, вот, я так понимаю. Месте, да, вот люди вот плавают. Все можно. Пока все закрыто. То нету, то есть, они появляются, ну все. Простенькую маску взял, с маской совсем, да, другое ощущение. Прям, ну, да. Будем ждать. Ну, будем ждать, а вдруг желтый флаг появится. Такая вещь могут целый день не открыть. А может... Мы уже по гребням волны понимаем, когда, ух ты, такого танкера еще не видали здорового. Яхты-то везде. Да, тут такой большой танкер. Вот это, наверное, еще остров это тянется, вот когда при входе. Да, 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 длинный. А чуть дальше там должна Саудовская быть. Да, 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 вот на той стороне вон. Не знаю, она это не она или это продолжение острова. Ну, если не она, значит, она сразу там. Мы в Дахабе были дальше туда. Ну, там, угу, да. Там она вообще, вон она. Саудовская, вон она, Иордания, особенно вечером вся светится. Красоты несусветные. Ну что, огромное спасибо за информацию. Да. Очень интересно. И вам также хорошего отдыха. Ну вот, ребят, получили много информации. Так что здесь коралл. Пляж, видите, открывается. Не открывается, а именно пирс бывает открыт. Но чаще всего, когда волны, он закрыт. Наверное, все-таки там течение. Течение сильное. И в целях безопасности смотрю, что и тот вот дальний тоже закрыт. Здесь вот наверху, как раз рядом с этой стороны пляж. Вы посмотрите, какой
нереально огромный пляж у Шармелеона. Ну просто вот нереально огромный, столько места. Просто, ну, можно просто обалдеть. Вы здесь всегда найдете любое. И за горочкой, и от ветра спрятаться можно. И плюс еще вот такие вот шатры, стеночки есть для от ветра. Ну, по-моему, классно. Ну что, ребят, скупаемся. Хотя бы сейчас проведаем вот этот вот, вот это вот место я проплаваю. Посмотрим, как оно там выглядит. Рыбки прямо вот тут вот плавают, где вот по колено. Смотрите, сколько. Прямо вот рядышком, возле берега. А, поплыли? Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see here, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with... Если даже, ребята, пирс закрыт, вы все равно увидите рыбок. Да, правда, без кораллов, но рыбки есть. Ребята, конец ноября. На ветру 29. 29 градусов. Ну что, проверим, сколько в море запустим. Ну вот, глубина по плечи и градусник. 28 градусов. Вот так вот выглядит пляж Шармелеонов. Это три отеля на первой линии и четвертый на второй линии. Много-много он еще туда переваливает, за эту гряду, за этот мыс. Но лежаков много. Я вот смотрю, большинство людей купается вот в этом вот месте. Потому что здесь можно посмотреть рыбок, когда закрыт пирс. Пирс открывается очень редко, потому что ветер и, видите, вот он, остров. И здесь получается очень сильное течение. Просто нереально сильное течение. Поэтому от этого течения спастись сложно, и очень на глубине очень сильно тянет. На глубине поверху, да вообще даже вот здесь вот на отмеле, и то течение сильно чувствуется. Заботятся они о туристах, закрывают пирс. Жалко очень, нельзя посмотреть рыбок. Очень, конечно, жаль, но что делать? Безопасность превыше всего. Смотрим, когда меняется флаг. Видите, сейчас он красный, если он будет желтый, все, бегом нырять. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave.
to the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch, nah, I don't come. Но при таком ветре, думаю, вряд ли, наверное. Ну, осень, что делать? Осень — такое время, когда чаще всего ветра. Ну, смотрите, там вот вижу, много тоже вот плавает людей. Два бара, один вот в той стороне, вот там вот, вот показываю рукой, вот туда, вот так вот. Там один бар. И здесь вот там вот так вот, вот впереди, там второй. Здесь бар этот поменьше, тот побольше. Есть обеденный перекус, есть такие вот как бы камни, есть где фотки поделать, поинстаграмиться, супер. Вот, водичка в неограниченном количестве, лимонады, пиво, ну, все, что хотите. Пиво я здесь пару дней назад пробовал, вот в том вот баре. Хорошее, неразбавленное, хорошее пиво. Алкоголь здесь не знаю. Ну, наверное, должен быть неразбавленный. Бутылки как бы выглядят хорошие. Отзывы, люди говорят, что все хорошо, все в порядке. Обязательно караоке. Обязательно, потому что это шарм, ребята, без коралок здесь просто никуда. Песочек здесь только единственный, вот самый вот маленький такой часть, есть немножечко песочка. Вот там чуть-чуть по самому берегу есть немного песочка, но очень-очень мало, поэтому песочки, коралки нужны. А дальше просто с ямами есть ежи в ямах, в этих трещинах, и ежи есть в данный момент. Поэтому осторожно. Ну вот, прогуляемся по территории Шармелеона. Проверим, разрешат нам это делать или нет. Как раз. Ну вот, это самое. Видишь, он вот такой. Здесь вот бассейны у него. Там вот тусовки. Ну, правда, он на горе. Видишь, там вот наверху. Там вот часть зданий на горе, а часть внизу, вот сразу возле моря. Вот так вот все выглядит, видишь? Остров этот классно так, ну, на фоне моря. И вот, бассейн здесь один вот такой вот длинный у них. Такие же лежаки, просто деревянные. Они во всех отелях одинаковые. Одни и те же матрасы. Одни. Все очень похожее. Корпуса, правда, без выходов на эту самую. К пляжам. Нету выхода. Лишь закрытые. Но только что вот первая линия, а так черт его знает. Но по фотографиям можно узнать, что это за Шармелеон. Потому что аквапарк на второй стороне, а здесь один... Непонятно, как он, какой он из них. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Там синие матрасы, а здесь красные. И вот красные здесь опять. Вот так вот выглядит весь пляж.
Горы, горы, да, скалы, горы. Но виды, конечно, шикарные, виды обалдеть. Ну вот, подойдем, посмотрим. В баре перекусы. Смотрю, пока здесь ничего нету. В какое же здесь время что-то дают? Люди пьют, пить пьют, а есть не едят. Пока нет ничего. Вот, есть кофе, можно самим приготовить. В баре чай, горячую воду, чай попить. Водичка из кулеров. А во сколько еда будет? Еда во сколько? В час? Вот, часу. Часу, ребята, здесь перекус. Мороженое, я так понимаю, платно, потому что закрыто на замок. Детская площадка почти вся под солнцем. Поэтому, если летом здесь, короче, из детей будет шашлык. Детский клуб. Но готовят, я вижу, они здесь много всего. Потому что... Это не ясно. Это не ясно. Столов может быть много, еды мало, это никто не знает. Но, да, есть где готовить. Детский клуб. Ну что, бежим наверх на трансфер. Я, правда, его не пью, но попробую взять пиво в этом баре. А пиво здесь можно у вас? Стаканчик? Только на пляже, здесь не дадите. Дадут. Супер, ребята, видишь, значит. Спасибо. Миа, миа, тамам. Ютуб. Не надо? Нет, все, спасибо. Ой, блин. У меня всего. Я, правда, его не хочу так пить. Ой, такое самое. Сладковатое. Шукран. Короче, если хорошо ребят попросить, то здесь тоже дадут пиво. Ну и выходим уже на этот самый... К автобусам проходим, я понимаю, что здесь рестораны как раз этих отелей. Вот. А вот там вот дальше вот это я прохожу впереди. Там Шармелион. Здесь Шармелион, у нас этот Гарден. Вот там вот впереди. Вон Шармелион. Гарден Аквапарк. Вот он вот такой на второй линии. А этот называется Sea Life Resort. Вот так. А где твой папа? Папа вон сидит. Хорошо. Вон. В порядке. Yes. Да, все окей. Здесь все желтыми полотенцами, поэтому все сидят и ждут. Все ждут на столиках. Вот. Все отдыхают. Но вообще бар вот этот, он предназначен все-таки для только их. Водичку, да, дадут. Вот, ну, там попросишь пиво, там, конечно, нальют. Ничего страшного там не станет. Но всем подряд, наверное, вряд ли. Итак, ребят, я вам сделал обзор пляжа, обзор как бы, можно сказать, еще и пару отелей. Погуляли мы с вами, посмотрели на солнышко. Еще раз напоминаю, что пляж это Garden Аквапарк, и за мной Sea Life Resort. Поэтому вот так вот все это написано. Так что огромное спасибо, что вы посмотрели видео, были со мной.
Спасибо за лайки, за подписочки. Всем желаю всегда вот такого вот хорошего солнца, чистого неба, мира, много-много денег, чтобы вы всегда хорошо отдыхали в хороших отелях, теплого всегда вам солнца. Всего вам самого лучшего. До новых встреч. Пока.